мои любимые. Добрый, прекрасный день или утро. Ну, в общем, сейчас часов 10 утра. Кулямин тупхер. Это значит, каждый миг будьте благословенны. Это сегодня праздник Рамадан у мусульман. Всех поздравляю, мои любимые. Еще говорят Мабрук Ашан Рамадан. Значит, поздравляю, потому что Рамадан. Это прекрасный праздник мусульман. Они его празднуют, ну, примерно как христиане празднуют Пасху. Какая красота. Солнышко, какие облака. Вы видите, мои любимые? А там вдалеке прям картина маслом. Почему я так сравниваю? Потому что у них это тоже очень-очень такое священное действо. Это вот их пророк, хотя он всех нас и все мы, проводники Бога. Их пророк в одну ночь там или в какой-то там период, очень-очень короткий, на него снизошел от Всевышнего Субхана ва Тааля. Сошел, или как снизошел, Коран. И он, Мухаммед, не учась в школе, не умея писать, написал этот Коран за какой-то очень-очень-очень короткий срок. Вот. Я в Ливане жила с 1994 года по 2005. 11 лет. Вот. И все 11 лет я постилась. Вот вчера у мусульман закончился пост. Ну, вернее, сегодня. Они уже не постятся, они уже празднуют. Вот. Я постилась 11 лет. Каждый год по 40 дней. Ну, в два раза не постилась 40 дней, потому что в 96-м году Рамадан был. В августе пост, и 17 числа я была беременна. Я постилась всегда, беременная, не беременная, только нежелательно, написано в Коране. Но если можешь поститься, то лучше поститься. А если не можешь, плохо себя чувствуешь, то нежелательно. Но я себя всегда чувствовала нормально. Вот, и 17 августа я родила Соломона. Вот, и второй раз в 2004 я родила Катечку, и тоже Рамадан был в ноябре месяце, вот, и я 23 дня из 40 только отпостилась. Какие почечки. Субханаллу. Вот. Травку несет тетечка. Вообще, смотрите, как красиво, мои любимые. Вся природа радуется. Птички поют. Просто сказка. В любом кусочке можно садиться и писать картину. Вы видите, какие облака? Просто сказка. А моя Буся всю ночь орала. Ну как, я не слышала. Я сидела, слушала музыку. Очень много слушала музыки. И Адден, это как его? Арабской. И Коран. Все там суры переслушивала. Мне вот очень нравится. В
Вообще, меломан. Я много-много всякой музыки слушаю. Вот. И не слышала. Смотрите, там какие облака. Вообще. Божественно. И не слышала. Я была в наушниках, не слышала, что Буся орет на кухне. Я вам говорила, что она сейчас гуляет. Вот, и ко мне зашла подруга, это, наверное, часа в 3 ночи. И говорит, ты что не слышишь, там кошка твоя орет? Разбудит весь Новгород. Я говорю, да ладно, не слышала. А я пошла, ее забрала к себе, она возле меня легла и спала. Вот, вон снова летит чайка огромная и самолетик. Не знаю, если вам видно, мои любимые. Он не всегда резко снимает. В этом облачке летает чайка и летит самолетик. Куда-то на юг. Может быть, к Ирине Хиндилаев. В Индию. А может быть, еще к кому-нибудь. В Нью-Йорк. А может быть, еще к кому-нибудь. На Шри-Ланку или в Бразилию или еще куда-нибудь. Боже, какая красота! Солнышко, привет, с праздником тебя! Каждый день праздники. Наши, не наши. Ну, как сказала сегодня мне Людочка Косачева, Господь един. Поэтому нет ваших и наших, а все едино. И она абсолютно права. Так что всех нас поздравляю. Небо шикардосное. Пришла я, меня Буся ждет с кормом. И подруга ждет с творогом, с творогом. Все время не знаю, как правильно сказать. Хотя говорят, что сейчас уже все правильно. И жарко в этой кухточке. Я посмотрела, 15 градусов тепла. А завтра обещают 18. И больше, и больше. Еще она попросила пару орешков. Не знаю, как пару, но штук. Штук несколько точно возьму. Какие-то они сразу открываются. Надо понюхать. Да нет, вроде нормальные. Ладно, возьму. Штучек несколько. Тут есть чищенные. Но чищенные точно не буду. Я не знаю, кто их чистил. И какая на них пыль индийских дорог оседала, а тут они все-таки как-то защищены. Может быть, это вставленность моего представления. Может быть, нет. Этот что-то вообще мелкий. Ну вот ей. Завтракает моя Юлька. Подарок ей. За то, что она дописала картину. Вот. И сама абсолютно счастлива, что дописала ее. Наконец-то! Так, давай посмотрим. 14-го. Решит написано 4-го. Не вижу. Давайте такой посмотрим. Творожок. А такой у нас до 26-го. 12-4 до 26-го. А сегодня какое? Не знаю. Возьму там подальше. Так. Нравится. До 2-го. Январь, февраль, март, апрель, мая. Этот получше, да? Давай возьмем свеженький. Так, а тут... А тут... До...
28-го. А этот до 20. До 28-го. Не хочу до 28-го. Именно. Я не вина. 14-го тоже до 28-го. А подальше. А подальше. До 2-го. Вот другое дело. Котик мой. Так, орехи взяла, это взяла, теперь буси еду и салфетки. Салфетки по 6 рублей, подешевели. Блин, они только одна осталась. Вот так вот, и то, как разорвано. Буся страдает, я ее кормила вчера. Говорила вам этим самым, как его называют, из супа курицы грудкой. Она 3 кусочка там что-то клюнула. И все, ходит за мной, просит корм. Вообще жесть, не жрет. Не жрет курицу больше. Ну вот. Я не знаю, на это пишут число-то. Давайте глянем. Давайте глянем. 8 февраля. И до 10 августа. Ой, нет, до 8 февраля 25. То есть 2 года годные. Так, взяла. Что еще, Люся? Давайте еще возьму 2. Гулять, так гулять. Беру там сзади, чтобы они были поновее. Теперь мне надо взять салфетки. Ой, как неудобно. Ладно. По традиции складываю сюда. Так. Складываю сюда. И достаю салфетки. О, как они далеко. Достала парочку. А это порвано. И чё? Ну и порванное. И чё? И ничего. Буси постелю. Еще парочку. Только эту картину закончила, теперь другую. Начала. Один пакетик остался. Для меня. Для меня. Для меня. Для меня. Как скоро тут солнце светит в этом мире. Я вчера позвонила Халиме и говорю, что завтра Рамадан, ну, в смысле, Аид, праздник. Она говорит, ой, откуда ж я знаю, этого никто не знает. А я говорю, а я чувствую, и правда, сегодня праздник, представляете? Так что я все чувствую. Ничего. Ничего. Люблю вас, мои хорошие. Всем прекрасного дня. Спасибо, что есть.